Вы смотрите Life News, мы продолжаем. Из-за снегопадов перекрыты все выезды на трассу Оренбург-Орск. Это та самая трасса, где в начале января оказались заблокированы несколько десятков человек. Не обошлось без жертв. Тогда люди ждали помощи на протяжении 15 часов. Многие из них получили обморожение, один человек насмерть замерз. В этот раз решили, конечно, так не рисковать. Экстренные службы проверяют, остались ли на трассе машины, которые успели проскочить до закрытия. На дороге развернуты мобильные пункты обогрева. ГИБДД региона убедительно просит водителей отказаться от поездок за город. Итак, эту трассу Орск на Урале перекрыли из-за сильного снегопада. Напомню, Орск-Оренбург. В начале января сотрудники МЧС там спасли десятки людей. Но какая ситуация сейчас, узнаем у очевидца. На прямой связи со студией по телефону из Медногорска выходит водитель Сергей Андреев. Сергей, я вас приветствую. Где вы сейчас находитесь? Какая там сейчас погода? Здравствуйте. Нахожусь на выезде из Медногорска. Дорога перекрыта полностью. Очень сильный ветер. Есть возможность даже видео, по-моему, у вас там посмотреть. Я скидывал. Видимость нулевая. Никого не впускает, никого не выпускает. А долго вам еще осталось? Вот вы куда едете? Ну, мы ехали в город Орск. Выехали мы с утра беспрепятственно, никаких постов не было. А вот когда решили поехать уже назад, дорогу все перекрыли. А сколько машин вместе с вами стоит? То есть там большая пробка образовалась уже сейчас? Каждым разом добавляется и добавляется. Колонна очень большая. А вот вам до того места, куда вам надо, вот либо до первого пункта, где перекрыли, сколько километров? Ну, вообще, вот мы то, что на данный момент находимся в Медногорске, следующий населенный пункт, вот мы в сторону Орска едем. Получается, ну, между ними еще есть несколько мелких поселков. Так. Но, насколько я понял, каждую дорогу возле каждого населенного пункта перекрывает раз. Скорее всего, оно так. Ну, то есть до первого населенного пункта сколько километров? Примерно вот так, по предварительной оценке. Или вы сейчас вообще потеряли ориентиры, поскольку уже несколько часов, я так понимаю, стоите и ничего не видите? Ну да, ну примерно до следующего населенного пункта около 30 километров. 30 километров. И вот по вашим предположениям, на протяжении всего этого пути стоят машины, да, которые не могут проехать. Правильно понимаю? Ну, как бы мы сейчас этого не видим, потому что мы находимся вот в том месте, в Медногорске, нас не выпускают. Но есть машины, которые со стороны Орска едут до Медногорска, их пускают в Медногорск. Скорее всего, по-любому там еще находится машина на трассе. Сергей, а вот есть какая-то система оповещения для водителей? Вы никакую информацию через нее не получали? Насколько, как надолго перекрыли? Нет, но мы разговаривали с администрацией местного. Нам объяснили, что выпускать никого не будут, рисковать не хотят. Ну, созданы вот эти пункты приема в спортивных комплексах. Ну, обогрев, вот это все. Но мы пока еще туда не заезжали, мы не знаем, что там находится. Сергей, а если развернуться и поехать обратно домой, вот такой вариант мы не рассматривали, или вы как раз домой в Орск едете? Вот, нет, мы как раз едем домой, вот именно. И мы теперь с Медногорска вообще никуда не пускают абсолютно. В любое направление никуда не выпускают. А у вас есть возможность остаться пока в Медногорске? Если такая действительно тяжелая дорога и такая ситуация, невозможно предвидеть, насколько там вы застряли, и вообще, хватит ли бензина, сколько вы сможете там еще простоять часов? Ну, мы рады были бы, конечно, уехать домой, но я говорю, то, что так на данный момент не выпускает нас, мы останемся в Медногорске до того времени, пока не начнут выпускать. Но кто-то говорит, что могут до 21 числа перекрыть трассу. Сергей, а вот что сейчас за окном происходит? То есть это пурга, метель, сколько градусов, какая температура? Температура примерно минус 13, минус 14. Скорость ветра я, конечно, не скажу, но очень сильная. Я когда выходил, я очень тяжело, мне было открыть дверь, и также ее закрыть было тяжело. Люди не могут стоять там очень долго на улице, все находятся в транспорте. Сергей, ну с вами детей нет хотя бы? Детей нет.
Ну, может быть, действительно стоит развернуться и поехать в Медногорск и побыть какое-то время, если такая ситуация с дорогой. Спасибо вам большое. Ну, желаем, чтобы побыстрее все это для вас закончилось. На прямой связи со студией Life News по телефону был водитель Сергей Андреев из Оренбургской области. На Урале из-за очень сильного снегопада снова перекрыли трассу Орск-Оренбург.